Здравствуйте, меня зовут Головкина Юлия Владимировна, я врач-косметолог и тренер компании Корнеаль. Сегодня разберем, какие же роллеры представляет компания Clinical Resolution. Роллеры от лаборатории Clinical Resolution – это высококачественный инструмент, который состоит из хирургической стали, покрытой родевым напылением. Запатентованная заточка иголок на роллеры позволяет нам с вами работать в течение 2 лет данным роллером, не меняя его характеристик. Кроме того, это единственный роллер, который имеет сертификат FDA. И данный роллер нам с вами помогает правильно запускать неоколлагенез, не избыточно травмировать кожу, работать с фибробластами, улучшать микроциркуляцию, улучшать цвет лица. То есть данный инструмент в течение 2 лет абсолютно безопасен для применения в медицинском микронидлинге. Коллекция роллеров Clinical Resolution есть 3 направления. Первый – это для домашнего использования, вторые роллеры – это для косметологического использования и третий – это для хирургического использования. Итак, в чем же преимущество роллеров от компании Clinical Resolution? Первое – это, конечно, долговременное использование. Срок годности в течение 2 лет, в отличие от многих роллеров, которые нужно менять после каждой процедуры. Второе – это наличие оргалитовых футляров, в которых упакованы данные роллеры. Это очень важно, потому что роллер никогда не должен касаться горизонтальной поверхности. Он всегда должен быть в подвешенном состоянии. Второе – это, конечно, то, что в данном оргалитовом футляре есть определенные такие стопоры, которые не позволяют роллеру в самом футляре перемещаться. Поэтому даже при абсолютно любой какой-то грубой транспортировке данный роллер всегда будет хорошего качества. Важно, чтобы иголочки ни в коем случае не тупились. Иначе мы с вами будем получать не процессы неоколлагенеза, а наоборот мы с вами будем запускать процессы рубцевания. При приобретении роллера вы получаете роллер запакованный в футляр, блистер футляр, который абсолютно стерилен. То есть, получая роллер вот в таком виде, он уже готов к использованию, и его предварительно не нужно обрабатывать перед первой процедурой. Каждый роллер имеет свой собственный индивидуальный серийный номер. Это говорит о гарантии качества. Компания Clinical Resolution отвечает абсолютно за каждый свой роллер. Кроме того, это важно, когда мы с вами приобретаем роллеры для наших с вами клиентов, записываем этот номер в карту. Это гарантирует нашим клиентам использование их собственного индивидуального роллера. В связи с тем, что роллер изготовлен из высококачественной хирургической стали, данный материал позволил производителям сделать ультратонкие иголочки. Иголочки на роллеры тоньше человеческого волоса, диаметр их 0,07 мм. Это самые тонкие иглы. Кроме того, очень важно, что сами иголочки не приклеены на барабан, а именно впаяны в барабан. Благодаря этому иголочки во время процедуры нигде не потеряются. Не потеряем их также с вами при хранении. Это абсолютно безопасно для работы с нашими с вами пациентами. Количество игл на барабане тоже играет огромное значение. Бытует мнение о том, что чем больше иголочек, тем будет больше эффект. Но на самом деле это не всегда соответствует реальности, потому что чем больше игл, тем меньше лифтинговый эффект мы получаем на процедуре. Соответственно, если стоит ваша задача в уплотнении кожи, в сокращении кожного лоскута, в работе с морщинами, то не стоит гнаться за большим количеством иголок. Как правило, для работы с лицом мы работаем роллерами, имеющие и длину, и диаметр 2 см. И были проведены исследования, которые доказывают, что на таком диаметре барабана оптимально всего 198 иголочек. Поэтому именно 198 игл это считается таким золотым стандартом для роллера в медицинском микронидлинге. Наш роллер содержит 200 иголочек. Чуть-чуть мы с вами не дотягиваем до идеала, но тем не менее данный роллер хорошо стимулирует все процессы и дает прекрасный лифтинг и коррекцию морщин. Длина иголок. В зависимости от длины иголок мы получаем с вами роллеры нескольких категорий. То есть это может быть для домашнего применения, длина иголок соответствует 0,2-0,3 мм. Это может быть роллер для косметологического применения, длина иголочек соответствует от 0,5 до 1,5 мм. Или это хирургический будет роллер, длина иголочек будет соответствовать от 2 до 3 мм.
следует помнить о том, что роллер – это индивидуальный инструмент, который предназначен для каждого пациента. Но тем не менее, и в косметологическом кабинете, и при домашнем использовании роллер требует обработки. И обрабатываем мы его ни в коем случае не дезинфицирующими средствами, там, например, хлоргексидин, а обязательно стерилизующими средствами. Стерилизующий раствор лаборатории Clinical Resolution предназначен именно для химической стерилизации медицинского инструмента роллера. В чем преимущество данного раствора? Здесь содержится изопропиловый спирт с концентрацией 99%. Даже 82% изопропиловый спирт способен проникать в клеточную стенку бактерии, полностью ее разрушая. Изопропиловый спирт используется для обработки хирургических инструментов, для обработки перчаток в медицинских учреждениях, для обработки поля инъекционного. Поэтому именно изопропиловый спирт, еще в такой высокой концентрации, прекрасно справляется со стерилизацией индивидуального инструмента. Еще одно преимущество изопропилового спирта в том, что он наименее токсичен по сравнению с другими спиртами. Еще есть интересное свойство в том, что изопропиловый спирт, вступая в химическую реакцию с хирургической сталью, проявляет свойства, схожие с ацетоном. А мы с вами помним, что роллеры Clinical Resolution, они как раз-таки изготовлены с хирургической стали. И вот этот вот симбиоз инструмента и спирта приводит к тому, что вот это ацетоновое действие, а мы помним, что ацетон – это самый лучший жирорастворитель, концентрат не просто обеззараживает инструмент, но и удаляет остатки кожного сала, какие-то жирорастворимые частицы. В результате этого мы с вами имеем абсолютно чистый и стерильный инструмент. Даже в домашних условиях роллеры, которые мы с вами используем, без нарушения целостности кожного покрова, в любом случае эти роллеры нужно обрабатывать. Так, что же содержится в стерилизующем наборе? Здесь не только стерилизующий раствор, но есть еще и кисточка, сам стерилизующий раствор и вот такая вот губочка. Все это и для индивидуального использования. И кисточка, и губочка для индивидуального использования. То есть в домашних условиях мы с вами можем полностью использовать этот набор. В профессиональном использовании мы с вами будем немножко модифицировать методику стерилизации. Как правильно стерилизовать? Открываем флакон и берем одну пипеточку. То есть вот даже половинки пипетки будет достаточно для того, чтобы обработать роллер. Далее наносим стерилизующий раствор на губочку, как следует пропитывая губку. После мы берем роллер, аккуратно его открываем, достаем и как следует прокатываем по губке несколько раз. Тем самым мы с вами не только стерилизуем иголочки, но и обрабатываем иголки, если на них остались какие-то косметические средства, сыворотки и загрязнения, то есть тем самым мы с вами обработали. После этого укладываем роллер в футляр. Хочу обратить ваше внимание и напомнить, что ни в коем случае иголочки не должны касаться горизонтальной поверхности. Роллер всегда должен быть в подвешенном состоянии, чтобы иголки не тупились. Плотно закрываем футляр крышкой и отправляем на хранение до следующей процедуры. Хранить следует в темном, сухом и прохладном месте. Профессиональный роллер косметолог хранит в своем кабинете. Мы с вами не знаем, как пациент будет использовать этот роллер в домашних условиях, как он его хранить будет, условия, в каких будет находиться наш с вами инструмент. И поэтому я всегда своим пациентам говорю такую фразу, что роллер приобретаете вы, но забочусь о нем я. Кроме этого, я рекомендую на упаковке обязательно указать фамилию, имя, отчество вашего клиента и уникальный серийный номер. Перед процедурой я всегда демонстрирую упаковку своим клиентам в избежание каких-то неловких фраз или неловкого понимания, которое может возникнуть. Это будет гарантировать нам с вами безопасность использования инструмента, а клиент всегда будет знать, что мы работаем исключительно его роллером.
Таким образом, роллеры компании Clinical Resolution имеют все параметры для успешной работы и получения эффектов как в домашних условиях, так и в косметологическом кабинете.